Приветствую вас, друзья! Благодарю, что вы со мной. И большое спасибо всем, кто оказывает поддержку. Вокруг нас, вот в нашем мире, очень много различных инструментов, которые нам очень помогают в жизни. Все пять стихий нам в помощь. Многие знают, но мало кто задумывается, что вот стихия вода, вот мы все на 70 примерно процентов состоим из этой стихии. И то, в каком состоянии эта стихия внутри нас, определяет качество нашей жизни. И в первую очередь наше здоровье. Вот как очистить сферу здоровья через эту стихию? Как изгнать дух болезни? Мы каждый день вот соприкасаемся с внешней стихией вода. Ну, то есть умываемся, пьем воду. Но, как правило, люди делают это автоматически, неосознанно. То есть, например, когда мы умываемся, ну, часто наши мысли находятся совершенно в другом месте. Да, процесс все равно происходит, обновление стихии, то есть внутренняя стихия, она в любом случае заряжается от внешней. Но это не настолько эффективно, если делать это все осознанно. Вот делайте такую практику. Каждый раз, когда вы моетесь, стоите под душем или в бане где-то, или даже просто умываетесь, делайте так. Делайте это, ну, скажем, с погружением в процесс. То есть мысли должны быть здесь. То есть то, что вы, например, стоите под душем, моетесь, чувствуете, как ваша внутренняя стихия вода, соприкасаясь с водой, то есть с внешним источником, она заряжается, она очищается, она очищает ваше тело. И вот когда вы уже, ну, вымылись, скажем, под душем, смыли с себя всю пену, окупываетесь, вот осознанно, вникая в смысл каждого слова, произнесите такую фразу. Как водица утекает, так и хворь из тела моего прочь истинно. И делая так каждый раз, умываетесь ли вы, купаетесь там, душ или баню принимаете, вот все время делайте это осознанно. И обращайтесь к воде вот этим заклинанием. И через некоторое время вы почувствуете, что вот ваша внутренняя стихия вода, а это будет ощущаться на вашем самочувствии. То есть вы зарядились доброй, чистой, светлой энергией. И это очень благоприятно отразится на вашем здоровье. То есть дух болезни, если таковые есть, либо совсем уйдет, ну, либо значительно ослабнет. Вот такая вот хорошая, полезная практика. И еще, друзья, как при помощи стихии огня узнать имя своего врага? Обязательно посмотрите видео, которое сейчас во всплывающем окне. Там все подробности. Благодарю вас за внимание.